По окончании митинга отправились к стенам парламента. А вот кадры, которые удалось снять нашим операторам вечером у стен Сейма. Около 19 часов несколько сотен участников акции протеста с Домской площади направились к зданию Сейма. Митингующие бросали в здание парламента яйца, бутылки, булыжники. Попытались ворваться внутрь. Завязалась массовая драка. Выпущен слезоточивый газ. Были слышны и предупредительные выстрелы в воздух. Группа митингующих, говорящая на латышском языке, пыталась ворваться в здание парламента, которое усиленно охраняется полицией. Между стражами порядка и протестующими завязалась массовая драка. В сторону полиции полетели бутылки. Как сообщает информационное агентство, есть пострадавшие. На место отправлено около 10 машин скорой помощи. Территория в настоящий момент оцеплена сотрудниками военной полиции и службы безопасности парламента. Улица якобы блокирована полицией. В здание парламента уже разбиты окна.